Всем здравствуйте, иду в гости до подруги, у нее сегодня день рождения. Несу такой небольшой подарочек от меня и от детей. Вот она мне сегодня уже много раз позвонила, ты говорит, где пропала? Я говорю, подожди, пока некогда. Сейчас иду, поздравлю ее. Так что вот так вот. Всем хорошего дня. Оставайтесь с нами. Там, конечно, я ничего снимать не буду, потому что зачем? Может быть, что-нибудь поснимаю. Ладно, пошла. Пришла, ребята, уже домой. У нас такой дождик. Я не могла домой прийти из-за дождя. В целом, сходила, поздравила подругу. Маша, от тебя я подарила подарок. От всех от вас подарила подарок. Тете Жене. Так что не переживайте. Тетя Женя сказала вам огромное спасибо. И мне подарок. Да нет, тетя Женя, сегодня день рождения. Какой тебе подарок? Мне подарки нет. А вот когда у тебя будет день рождения, тогда мы тебе и подарим подарок. У тебя нет сегодня дня рождения? В садике я тебя нет. В садике у тебя день рождения? Ну, хорошо. В целом, вот такой вот день. Сходила, посидели немножко. Сегодня никто не был, потому что все заболели, к сожалению. Ну, так, поздравили. Основной подарок, конечно, у меня придет... Хорошо, сыночка. Маш, помоги мне, пожалуйста, обуться. Основной подарок у меня, конечно, для нее придет позже. Я заказала для нее подарок, но придет позже. А сегодня дети ей подарили чисто подарок. Там скраб для лица, крем для рук, коробка конфет и подарочная упаковка и открытка. Вот такой вот подарок был от детей. Я ей сказала, что придет попозже, поэтому она не расстроилась нисколько. Сходила, поздравила, довольна осталась. И она, и я, мы посидели, пообщались, чай попили с тортиком, довольные все. Василис, ты с ума сошла? Так что вот такой вот день был. Ладно, всем хорошего дня. У нас что-то дома все макароны, вообще все, представляете, закончились. Риса мало осталось, но рис я в городе куплю, а макароны здесь в овощном продают дешевые. Сейчас мы с мужем сходим, возьмем. Плюс овощи на кое-какие прикупить домой, чтобы были. Так что вот такие вот дела. Сходим, купим, а потом мне надо в город съездить. Там у кошки пришел корм. Надо забрать его. А то она меня саму скоро вместо корма съест. На, по идее, у нас так все ест. Но корм это для нее как это, знаете, вот как для некоторых наркотик получается. Вот и получается вот так вот, что она без корма не может у нас. Ладно, всем хорошего дня. Дорогие друзья, сходила в магазин, что купила. Катя, дай табуреточку, пожалуйста, ты ноги на нее поставила и сидит. Ну, первое, я взяла сгущенку и повидло. Девчонки, опять сделайте торт, там еще одни коржи есть. Дальше, потом что купила. Купила себе одни плавочки и Кате, Маше и Свете по одной паре плавочек. Вот такие вот. По 128 рублей детские плавочки. Держите каблучок. Потом такие вот плавочки. И еще одни такие же. Однотонные плавочки просто. Ну вот, 4 пары плавочек, получается, вышло на 500 с чем-то рублей, что-то такое. Ну, качество мне нравится, я уже не первый раз беру. Дальше потом купила 2 литра молока здесь и вот здесь еще. Короче, 3 литра молока. Машенька, Свете отдай. Дальше потом купила хлеб. 3 булки хлеба. Взяла. И сейчас покажу, что еще взяла. Взяли еще пакет картошки полный. Я его уж не буду затаскивать, он тяжелый. И вот такие вот макароны мы берем фирму. Мне нравится она. Взяла 10 пачек одинаковых макарон. Катюша, сложи вот в этот стол, пожалуйста, вот сюда, хорошо? Все, ребят, вот такие в целом покупки. Я сейчас поеду в город. Мне надо забрать кошачий корм, плюс зайти заплатить за свет. Ну и так по мелочи что-то. Ладно? Всем хорошего дня.
Мы решили здесь. А смотри, вон, Катька говорила, он колючий. Слушай, это реально колючий. Цветочки красиво посажены. А там белый. Мишка зеленый, маленький. А нет, там мама Мишка. А там детка Мишка. Я хочу фонтан посмотреть. Нынче же его отремонтировали. Пойдем посмотрим фонтан. Пошли. Да, его выключили. Ну, хоть почище стало. По сравнению с теми годами почище стало, но он выключен. А, так неинтересно. Вообще неинтересно, когда выключили. Красиво тут. А мы пошли в город за заказом. Купили мы Кате телефон. Дома все покажем и расскажем. Потому что к школе ноутбуки у меня не получается пока починить. Красиво тут. Поэтому, кстати, в центре города возле администрации Егорка убежал. Ладно, идем. Дорогие друзья, съездила в город. Пока ездила, смотрите. Девочки сделали тортик. Видимо, кушали. Сейчас покажу маломальски то, что купила. Ну, давайте первое. Это вот такой вот мажитель. На, Ваня, пей, Ваня. На, пить. Идите, наливайте, пейте. Потом йогурт вот такой один был, со скидкой взяла. Дальше что взяла? Ну, это пока отложим. Купила рис. 3 пачки круглозерный. Круглозерный, длиннозерный, он еще и разный попался. А я думаю, что у меня в ценнике разные цены. Не посмотрела, ну ладно, рис всегда понадобится. Потом дальше. Курицу взяла 2 штуки. Также, ребята, сейчас подниму и уберу. Купила рыбу минтай. Целый пакет рыбы минтая. Сюда повыше поставить, чтобы кошка не трогала, а то она лезет уже, коза такая. Дальше. Пришел мой заказ с лифчиком. Также Василиса заходила, еще взяла. Детям тогда понравились носочки, качество. Взяла еще вот такие вот разные носочки деткам. Также, ребята, получила я сегодня денежку от 3 до 7, и у меня Катюха же без телефона, и взяла я ей телефон. Взяла вот такой вот Redmi 9A, 32 гига, 8000 стоит, и взяла ей чехол силиконовый, обычно больше ничего не брала. Вот такой вот телефон, сейчас покажу, какая расцветка. Ой, выпали тут чеки, да что вы повыпадывали. Сейчас достанем, покажем расцветку. Сейчас достану, ребята, покажу. Вот такой вот он. Redmi 9A. Ну, ей надо будет, сейчас школа, но буду условия ставить. Не будет слушаться, заберу просто телефон и все. Потому что они стали выкручиваться, выкабеливаться. Телефон беру, потому что сейчас в школе все домашние задания все по телефону делают. Что-то у меня камера как-то не так стоит. Поэтому нужен он. Да, 9 тысяч вот тупо. Вот, 9 тысяч. Ну, я довольна. Вот такой вот телефон в целом. Дальше. Василиса, позвонила я своей подруге. Сказала, что там ее на заказ пришел. Она себе заказывала там вещь одну. Позже хорошо. А где крышка? Понятно. Потом также забрала я имбирь. Заказ. Также знакомая меня просила заказать ей хорошее колесо для хомячка. Я им заказала. Второе тоже колесо заказывала. Вот такое вот хорошее тоже. И поилку. Это раздам все. И пришел наш корм для кошки. Я уже вам говорила, что мы кошки берем большим мешком корм. Вот такой вот фирмы. Я подруге такой же заказывала. Очень хороший корм. Тут корма 7 килограмм хватает на очень долго.
ё-моё. Также еще пришли. Ну, я заказывала, пришли у меня еще подарки для моих детей, но их я вам позже покажу. Тут вот кулончики и цепочки. Это позже, когда будет день рождения. Поэтому сейчас показывать не буду, так как у меня старшие смотрят. Ну, хочу сказать, там покупала я серебро. Ладно, дорогие друзья, вот такие вот покупки, вот такие вот заказы. Сегодня у меня муж собирал черемуху, набрал очень много, поэтому я планирую сегодня подготовить банки, на ночь залить их водой, утром слить, прокипятить и потом опять залить и убрать. Вот такие вот дела. Если интересно, оставайтесь с нами.